The German Army High Command ordered new fortifications to be built along the entire front line, and in the wake of their retreat, employed the scorched earth strategy. As a result of a four-month military operation, the Red Army liberated Kiev and the entirety of Ukraine's left bank. Мы росли на примерах челюскинцев, героев, летчиков, которые их спасали, на папанинцев, на героях пограничников. Есть такая профессия в кинофильме «Офицеры» – родину защищать. Вот так и я поступил в 5-ю Московскую специальную артиллерийскую школу для того, чтобы стать командиром, командиром артиллерии. Между городом Новозыбков, примерно посередине, и городом Лоев. Лоев находится на западном берегу Днепра. Я увидел следующую картину. Очертания человеческого тела прямо на дороге. Это лепешка. От человека ничего не осталось. Идут войска, техника, и все утюжат это бывшее тело неизвестно кого. Я не думаю, что это был советский солдат. Я предполагаю, что это все-таки был немецкий. Почему? При быстром отступлении немцы не щадили ни своих, ни чужих. А потом его утюжили и те, и другие. Поэтому это неприятный осадок у меня на всю жизнь. Черствеют человеческие души, вот от, привыкают к таким вещам. Отцом моим можно восхищаться. Я с детства гордилась им, потому что он фронтовик. У него боевые награды. Он из поколения победителей, как и два моих любимых деда. А ветераны, вот, особенно офицеры кадровые, они же по профессии просто патриоты, понимаете? По определению. И мне с ними, например, очень легко, потому что у нас с ними, вот я так чувствую, общие... общие какие-то ценности, общие понятия о долге. Оказалось, что есть миллионы людей, для которых Родина важнее всего, которые жадно ждут от нее побед. Достижения, если есть они, просто окрыляют людей. И вот тут и наши Олимпиады, и наш Крым просто это доказали.